Бактериальное увядание винограда, по-другому бактериальный некроз или болезнь Алейрона, карантинное заболевание, вызванное бактерией Xylophilus ampelinus. Заболевание поражает все части виноградного куста – побеги, листья, соцветия, штамбы, грозди. Бактериальное увядание встречается в Европе, в странах с субтропическим средиземноморским и умеренным климатом – Греции, Италии, Молдове, Словении, Франции. Выявлена бактерия была впервые на территории Греции. Основные наши карантинные объекты происходят из Нового Света, то есть из Америки и так далее, из Азии. У нас это считается отсутствующим заболеванием, и многолетние обследования не привели к выявлению пока что этого заболевания. Зоной риска в России являются основные районы возделывания винограда. Горные и предгорные районы Краснодарского и Ставропольского краев, Республик Северного Кавказа, южная часть Черноморского побережья и Ростовская область. Возбудитель бактериального увядания винограда – Xylophilus ampelinus – системный болезнетворный микроорганизм, поражающий ксилему, то есть основную водопроводящую ткань растений. Так называемое системное заболевание, то есть поражена система, да, сосудистая система растения. Естественно, если в сосудах какой-то патоген, если не функционирует сосудистая система растений, то это приводит, в конце концов, к медленной гибели растения. В первую очередь наблюдается такое общее угнетение растения. Попадая на молодые побеги, бактерии вызывают их увядание. Могут пробуждаться спонтанно спящие почки, то есть нету запаса у растения спящих почек. В результате на следующий год она остается без новых побегов. В случае более позднего формирования симптомов бактериального увядания винограда обычно наблюдается поражение двух нижних междоузлей от 12 до 30 сантиметров, откуда инфекция медленно продвигается выше. Вдоль пораженных побегов появляются палево-желтовато-зеленоватые зоны, переходящие в красно-коричневые полосы. Они развиваются в продольные трещины вследствие избыточного разрастания камбия, в результате чего возникают раковые образования. Трещины могут достигать сердцевины, ткани становятся бурыми, наблюдается увядание побегов. Немножко он более желтый по сравнению с другими растениями. Мало вы видите побегов. Какие-то побеги были вырезаны, видимо, в связи с их неполноценностью, возможно. И вот здесь, вот, кстати, если мы обратим внимание, мы видим, что молодой побег усох в свое время. Вот это также является признаком бактериального увядания винограда. В листья инфекция может проникать через черешок. В этом случае с одной его стороны могут образовываться язвы, приводящие к одностороннему некрозу листьев. В случае проникновения инфекции в листья извне, через устицы или уколы насекомых, на них могут наблюдаться локальные красновато-коричневые угловатые некротические пятна, окруженные обесцвеченной зоной. В дальнейшем центральная засохшая часть пятна может выпадать, образуя симптом, называемый дырчатостью. Когда заражение происходит через гидатоды, на кончиках листьев также развиваются красновато-коричневые некрозы. При высокой влажности на инфицированных листьях можно увидеть светло-желтый бактериальный эксудат. Вот на этом растении мы можем наблюдать некоторые признаки этого заболевания, общая угнетенность растения и недосформированность гроздей виноградных. Сейчас уже начало августа, и нормальные ягоды примерно в два раза крупнее. При развитии бактериального увядания винограда отдельные цветки или целые соцветия чернеют и отмирают. На ножках гроздей развиваются язвы, аналогичные тем, что развиваются на черешках листа. В зависимости от сорта и концентрации возбудителя, гибель куста может наступить через 3 года и более. Xylophilus ampelinus – громотрицательная палочка с одним полярным жгутиком. Бактерия достаточно подвижна, имеет аэробный тип дыхания. Это системный патоген, заселяющий ксилему винограда. Он перезимовывает в растительных тканях, в большей степени в корнях. Бактерия живет в основном в сосудах винограда, поражает исключительно виды винограда, находится преимущественно в сосудистой системе, образует так называемые биопленки, то есть пленки из бактерий, которые закреплены на поверхности сосудов. В случае массового размножения бактерии происходит разрыв молодого побега, и бактерии выходят наружу побега, образуя язвы. Хотя заболевание сосудистое, но мы можем наблюдать такие симптомы некротического бактериоза, как язвы. Обычно у сосудистых заболеваний таких проявлений нет.
На небольшие расстояния патоген распространяется через орудия и машины при обрезке и обработке растений, от растения к растению с соком и водой. На сильно зараженных виноградниках до 50% лозы может быть заражено латентно. Болезнь проявляется периодически в зависимости от климатических и агротехнических условий. Симптомы могут исчезать на несколько лет и возвращаться после наступления теплой и влажной погоды. Исследования на бактериальное увядание винограда в основном проводят в период распускания почек и отрастания молодых побегов. Это сосудистое заболевание. Может быть, располагаться от корней до листьев, но в основном это вот мы берем побеги, здесь они достаточно вызревшие. При проведении обследований насаждений винограда отмечают в первую очередь растения с типичными симптомами. Однако в зависимости от устойчивости сорта, факторов внешней среды и уровня инфекции, симптомы могут проявляться в различной степени. Поэтому необходимо обращать внимание также на другие проявления возможной инфекции и отбирать такие образцы для лабораторной экспертизы. Внешние признаки бактериоза на растении могут не проявляться несколько лет после заражения. Еще сложнее определить наличие заболевания в зимний период. У возбудителя бактериального увядания, Xylophilus ampelinus, бактерии, имеется такое неприятное для нас свойство, как медленный рост, способность находиться в популяции с низкой концентрацией и перемещаться в зимний период на зимовку в корни. Вот это очень затрудняет диагностику этого заболевания. Поэтому нами рекомендовано использовать для выявления этого заболевания ПЦР-методом. То есть не всегда эта бактерия может быть выделена в чистую культуру из посадочного материала. При плюс 25 градусах культура Xylophilus ampelinus растет медленно. Колонии гладкие, желтоватые до оранжевых, округлые, однородные, 0,4-0,8 мм поперечники. Растет 4-8 дней на дрожжевом глюкозном агаре. Низкое содержание и медленный рост. То есть если обычные наши, большинство карантинных бактериозов дают колонии уже в течение 1-2 суток, то Xylophilus ampelinus дает колонии только после 4 суток культивирования. То есть если в растительном образце содержится микрофлора какая-то дополнительная, то, конечно, она забивает эту бактерию, не дает ей вырасти. При обследовании виноградников от пораженных растений отбирают образцы для лабораторной экспертизы. Зараженные растения выкорчевывают, вводится карантинный режим. В феврале растения в очагах инфицирования обрабатывают 5% бордоской жидкостью и 2% в период образования 2-3 настоящих листьев. Как и большинство, в общем-то, карантинных заболеваний, и как большинство бактериозов вообще, и как, наверное, для всех сосудистых заболеваний, единственный способ – это уничтожение зараженных растений. То есть какая-либо борьба здесь бессмысленна, поскольку бактерия находится глубоко в сосудах, добраться до нее не могут никакие химические вещества. Исключение составляют, конечно, системные пестициды, но в связи с тем, что они потом попадут в урожай, они не используются. Один из важных моментов в борьбе с бактериозами – это постоянный контроль специалистов за посадками. Так, в начале 2016 года ученые Всероссийского национального научно-исследовательского института виноградарства и виноделия «Магарач» обратились во Всероссийский центр карантина растений для проведения совместного фитосанитарного обследования виноградников Республики Крым. Был подписан договор о научном сотрудничестве, проведено обследование виноградников в период вегетации. Возбудитель бактериального увядания винограда выявлен не был.